Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money. И сегодня видеообзор у нас вот на такой спонж для макияжа из магазина Fix Price. Стоила она 99 рублей. Так выглядит упаковка. Здесь даже есть маленькая дырочка, наверное, для цепочки, чтобы с собой носить всегда. Вот, и у нас будет не просто обзор, мы будем сравнивать с более дорогим спонжем. Но для начала давайте откроем этот. Так, давайте рассмотрим упаковку. Спонж для макияжа. Нанесение и растушевка. И здесь тоже. Кому интересно, можете нажать стоп и посмотреть. Так, сам спонж мягенький, и он такой, как губка, наверное. Такие у него маленькие-маленькие дырочки. Такой довольно мягенький, у него острый уголок, наверное, это, мне кажется, довольно удобно где-нибудь наносить, например, тоналку под глазом где-нибудь, вот, наверное, думаю, удобно. Он полностью как бы кругленький, как капелька, никаких срезов нету, розовенький, еще есть беленький. Он не оттягивается, ну чуть-чуть оттягивается. Вот. Ну, довольно маленький, как умещается в кулачке. И давайте рассмотрим более дорогой. Этот я покупала в Ритуале за 500 рублей. Тоже он нежно-розовенький такой. Давайте его откроем, я его еще не открывала. Так, и давайте посмотрим у него упаковку. Сейчас я вот так положу листочек, наверное, чтобы было видно. Немножко видно, нажмите стоп. Не знаю, чтобы вам было получше видно. Наверное, все-таки надо было черную. Ну, действительно, плохо очень видно. Так, материал здесь латекс. Здесь же у нас материал пенополиуретан. Ну, короче, другой. Короче, понятно, другой. Так, да, покупала его в Ритуале. Ательер называется он. Тоже есть своя, кстати, коробочка. Это очень удобно. Положил коробочку, закрыл крышечкой, и все. Он там нигде не лежит, не пылится. Вот. Ну, он, конечно, по размеру побольше. В кулачок не помещается. Он плотный очень. Если этот вот мягкий, то тут вот прям вот он плотный. Прям хороший такой. Он, естественно, со срезом. Это, мне кажется, очень удобно. Где-то ровную поверхность нанести. Тоже есть уголочек поострее и уголочек немножко потупее. Ну, тоже так где-то, наверное, под глазиком нанести можно. Вот здесь, наверное, вот этим будет больше удобно. Вот, ну, материал, конечно, видно разный. Здесь он более побольше, наверное, дырочек. И дырочки сами побольше, здесь поменьше. Он прям такой классный. Вот этот вот ничем не пахнет особо. Ну, что-то такое непонятное. А вот здесь резиной пахнет. Прям такой резиной. Наверное, вот приятно будет довольно. Ну да, вот этим, конечно, приятно.
Он такой классненький. Это более... Как бы приходится сильнее нажимать, и плюс к тому же он мягкий, не особо приятно. Вот. Ну вот, в принципе, так вот. Такой вот обзор. Конечно, они отличаются, видно, что они отличаются по размеру. А, конечно, лучше покупать, мне кажется, дороже один раз, но дороже, чем переплачивать каждый раз. Все-таки этот дороже, мне кажется, этот будет удобнее, и раз и нанес. А здесь вот он мягкий, он может вот гнуться. Это неудобно, уже по себе знаю. Здесь, ну давайте вот эту сторону попробуем. Она гнется, но не настолько. Здесь вот, видите. Если очень сильно нажать, то, конечно, она согнется. Но нет, она не сгибается, она очень хорошая. Ну, он, вернее, спонж. А вот этот, конечно, мне больше понравился. Ну, блин, не знаю, короче, мне понравился этот, ну, его, в принципе, тоже можно где-то использовать, наверное. Даже не знаю. В любом случае, я буду краситься на камеру, и вы все это увидите. И спонжи, и также предыдущий был у нас обзор на вот такие вот кисточки. Их вы тоже увидите скоро. Вот. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, какой используете вы, дорогой или дешевый. Нравится ли вам спонж из фикс-прайса, чем он вам нравится, чем не нравится. Обязательно пишите плюсы и минусы. И также спонжа дорогого, из других магазинов, который стоит от 450 рублей и выше. Ну, или давайте от 300 рублей. Но они где-то, да, я когда искала, 450-500 стоили. Вот. Также смотрите наши другие ролики. У нас есть влоги, как мы с сыночком живем. Видеообзоры. Обзоры на технику. Обзоры на продукты. Продукты из фикс-прайса. Также их очень много. И они будут пополняться с каждым месяцем по несколько штук. Вот. И, в принципе, все. Все увидите на моем канале. С вами был канал Артмания. И всем пока-пока.